как день начнешь, так его и проведешь. Ишимский мясокомбинат угощает тюменцев вкусным завтраком. Необычное действо состоялось на оживленных улицах города. Как это было и охотно ли горожане принимали угощение, наблюдала Яна Пелиховская. Это утро началось не с кофе, а с питательного завтрака. Его для тюменцев приготовил Ишимский мясокомбинат. На самых оживленных перекрестках города сотрудники компании угощали прохожих жареными сосисками и чаем. В этом году мы решили к майским праздникам сделать импровизированную агитбригаду. Более старшему поколению напомнить, а более молодому поколению рассказать о том, как это было в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. Дмитрий и Ульяна как раз не успели подкрепиться дома. В круговороте утренних дел завтраку не нашлось места. Сосиски в тесте от Ишимского мясокомбината оказались как нельзя кстати. Вообще крутая акция. Я как раз с утра не позавтракал. Тут остановка, стоим, сосиски раздают. Вкусно было, круто. Для молодежи, мне кажется, вообще пойдет. К слову, такой завтрак не только вкусный, но и полезный. Продукция мясокомбината изготавливается только из охлажденного мяса, причем собственного производства. Агрохолдинг – юбилейный предприятие замкнутого цикла. А это значит, что на каждом этапе производства используется только качественное и свежее сырье. Наша колбаса начинает свой путь с поля. Потому что действительно так. Мы сами выращиваем зерно, перерабатываем на комбикорма, выращиваем свое поголовье и занимаемся мясопереработкой. Импровизированная агитбригада будет колесить по Тюмени 2 дня. Яна Пелиховская, Сергей Жернаков. Тюменское время.